Это было довольно давно. Я тогда был студентом второкурсником. Собственно, это даже и не моя история, но больше ее некому рассказать. Со мной училась девушка. Отличница, патологически честная, гордость родителей. Она была какой-то моей, то ли троюродной, то ли еще какой-то сестрой. В общем, дальняя родственница из другого города. Она сняла маленькую квартиру в нашем городе и жила себе тихонько. Но однажды в выходные случилось что-то странное. Поначалу я не придал этому особого значения. Как потом понял, зря. Она прибежала ко мне часов в девять утра, размазывая сопли по лицу. Рыдала и не могла успокоиться. Только часа через полтора она смогла рассказать мне, что случилось. Как выяснилось, у нее было тайное хобби, чтение страшных историй, просмотр всяких ужасных видео и все в этом духе. И вот она решила поэкспериментировать. Вечером поставила напротив своей кровати камеру и легла спать, надеясь увидеть что-нибудь необычное. Далее она рассказала нечто странное. Я тогда подумал, что вырвавшись из-под контроля родителей, она пристрастилась к наркотикам. Но потом, как я уже сказал, очень жалел, что не поверил. Она закачала видео на ноутбук и стала просматривать отснятое. Сначала она просто ворочалась во сне. Потом, как она сказала, она только на секунду отвернулась от монитора чтобы отогнать муху или что-то вроде этого. Но когда она посмотрела на монитор снова, ее, как она тогда выразилась, на секунду пробрал холодок. На видео она приподняла голову и уставилась в камеру с удивленным выражением лица. Она это описывала как широко распахнутые глаза, поднятые брови и эдакая легкая улыбочка. Так смотрит кошка, когда видит что-то вкусное у тебя в руках. Именно так она сказала. Самое странное в этом лице было то, что зрачки были широкие. Настолько широкие, что радужки почти не было видно. Она продолжала смотреть с монитора несколько минут, не мигая и не двигаясь. Моя сестра уж решила, что там что-то сломалось, и кадр просто застыл. Но тут ее внимание привлекло то, чего просто не могло быть. У нее тогда были короткие темные волосы, и одна прядь сверху была окрашена в ярко-оранжевый цвет. Но она видела эту прядь где-то в районе шеи, той себя, что смотрела с монитора чего никак просто не могло быть, ведь она слишком короткая. То есть, как будто бы ее голова спокойно лежала на подушке, а в камеру смотрело что-то другое, угнездившееся поверх. Как только она подумала об этой пряде, случилось то, что вызвало в ней всю эту истерику. Перед тем, как продолжить, она несколько минут заикалась и дрожала и спрашивала меня, не назову ли я ее сумасшедшей, если она расскажет все это, и не скажу ли я кому-нибудь еще, чтобы никто не назвал ее так же. Она клянется, что так все и было. Ее же собственное лицо, которое минут десять неподвижно смотрело в камеру огромными зрачками, буквально на пару секунд резко вытянулось. Рот открылся неестественно широко. Она говорила, что туда, наверное, поместился бы кулак, а челюсть отъехала в сторону вместе с лицом, образуя что-то вроде буквы С. Она тут же закрыла проигрыватель. Я сказал ей тогда, чтобы она взяла себя в руки и собрался лично наведаться к ней и проверить ее ноутбук. Она быстро согласилась и мы пошли к ней. Запись оказалась удалена. Она клялась, что не делала этого, а я про себя еще больше уверился в мысли, что она балуется с наркотиками. После этого прошел год. Ничего особенного не происходило. Свои эксперименты со сверхъестественным она бросила после того случая. Казалось бы, эта история закончилась. Но потом... Она однажды позвонила мне и срывающимся голосом рассказала, что это вернулось. Я не сразу понял, что она имела в виду, но она напомнила мне о своем рассказе. Она несколько дней назад была на дне рождения своего парня, который появился у нее позже той истории, и ей показали фото с праздника. Она говорила, что на всех фотографиях, где она есть, Снова появилось то лицо, удивленное со слабой улыбкой и огромными черными зрачками, несмотря на вспышку и то, что у всех, кроме нее, в кадре зрачки были красные. Я отмахнулся тогда, решил, что у нее после того случая с нервами стало похуже, и сказал, что ничего ей эти фотографии не сделают. Я в тот момент как раз флиртовал с одной девушкой, и мне было некогда выслушивать все эти истории. «Не нравится фотография? Так удали их и все!» Сказал я и попрощался. Мою родственницу несколько дней спустя нашли мертвой в ее собственной кровати. Как говорят все, кто видел ее, глаза у нее от ужаса были едва ли не круглыми и все лицо было в засохших слезах. Дверь в ее квартиру была приоткрыта. Все сперва подумали, что к ней кто-то влез, но везде был порядок и следов не было. Дверь вся была расцарапана и вскрыта изнутри.